Всем привет! Давайте приготовим нежнейшие тыквенные кексики. Полкило отварной тыквы измельчить блендером. 100 грамм овсянки длительной варки измельчаем в кофемолке или блендере. К тыкве добавляем овсянку и 100 грамм льняных зерен. Все хорошенько перемешать и оставить на 10 минут. Добавить подсластитель по вкусу, у меня 1 десертная ложка стевии, и еще раз перемешать. Тем временем взбить миксером 4 белка до плотности. Добавляем к тыквенной смеси наши белки и хорошенько все перемешаем. Раскладываем тесто по силиконовым формочкам и выпекаем при 180 градусах 35-40 минут. Приятного аппетита!